Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом, владельца этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми, ведь эти люди могут быть преданными, живыми и искренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.